Привет! Всех приветствую на моем канале Марафон здоровья и разговорный марафон. Слушайте, как быстро желтеют листочки. Жалко. Да? 250 дней. 350 дней, как я хожу. Большинство я ходила вот здесь, в лесу. Ну, слушайте, мне кажется, что еще 15 дней, и будет год, как я хожу. Ну, по-моему, уже листья желтые. Что делать? Ничего не делать. Наслаждаться. Раньше пожелтели листья, значит, раньше наслаждаться. Да, 7 километров давно пройдено. За сколько время? За 3 часа. Я больше боюсь смотреть на часы. Наверное, уже 3 часа я здесь. Почему? Вот. Грибов захотела, да? Сколько раз я говорила, что прохожу мимо грибов. А здесь захотела грибов. Ни одного не нашла. Ни одного съедобного. Ну, видела всякие там сыроежки. Это такое. Совершенно не беру. Да. И поддубники тоже. Это не грибы. Это не грибы. Маслят захотела, да? Сколько раз я здесь маслят видела? Почему нету? Потому что кто-то раньше встает, чем я. Сегодня второй день выходной, с воскресенья. Люди просто-напросто раненько встали, прошлись, все собрали. Со мной сегодня такой вот случай произошел. Пока я ходила, и уже второй круг пошла и по тому же самому месту. И сама себе иду и думаю, а что я по этому месту иду? Я уже здесь ходила. Ну, все равно чего-то пошла. Вот, как говорится, на ловца и зверь бежит, понимаете? Вот мне тянуло пойти второй раз туда. И что произошло? Идут. Ну, может быть, это случайно, что я так вот шла второй раз туда. Но факт. Факт есть факт. Идут три девушки моего возраста. Несут букеты желтенькие. И я думаю, ну, букетики нарвали. Вот. А потом думаю, не, молчать нельзя, молчать нельзя. Я говорю, девчата, а вы знаете, что это за цветочки? Они так... Я говорю, они ядовитые. Я быстро сразу сказала, чтобы они не ответили. Они думали, что это зверобой. Представляете? На полном серьезе. Они просто глаза на такие. Я говорю, посмотрите, вот, возьмите, наведите телефон и Google фото откройте и посмотрите. Это ядовитые желтые цветочки. Здесь их, наверное, нету при выходе. Я их уже показывала. Показывала. Ядовитые цветочки. Ну да, если они бывают высокие растут, а бывают такие не очень. Так вот, когда приземистые, то они действительно похожи на зверобой. Издалека. Но изблизи, ну никак не похожи. Но люди не знали. Представляете, напоили бы свою семью этим... А оно, это растение не просто... А сильно ядовито. Не просто ядовито, а сильно. А там уже, смотрите, сколько у нас людей. Да? Отдыхающих сколько. Так что будьте внимательны с растениями и с грибами, с цветочками. Пользуйтесь своими мобильными телефонами, фотографируйте и смотрите в Google фото. Или скачайте себе программу такую.
Вот, чтобы смотреть. Да, сразу сравнивать, что это. Какое-то растение, не знаете, поставили, и сразу вам будет отображаться такие же растения и надписи, что это за растение. А я сегодня себя просто выгоняла из леса. Наверное, уже точно 3 часа, как хожу. Ну да, 2 часа это ходьба и зарядка. И час еще ходила кругами, грибы искала. Я просто взяла, съела рябины. Ну вы знаете, что рябина полезна, да? Но я ее натощак съела, чтобы есть захотелось, чтобы бегом домой идти. Чуть-чуть подействовало, да? Чуть-чуть. Шашлыки больше подействовали. Запах шашлыков пошел, дымок. И бегом на выход. Вот, смотрите, сколько людей атакуют. Атакуют мой лес. Да. До завтра. Пока-пока.